Концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковского на сцене Дворца творчества детей и молодежи исполняет София Яковенко, солистка Санкт-Петербургского Дома музыки. Девушка – активный участник всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, проводимых в России и за рубежом. В Ульяновске талантливая скрипачка выступила с симфоническим оркестром «Губернаторский». Лично для меня это один из самых любимых моих скрипичных концертов. Он наиболее популярный, мне кажется, самый достаточно известный. Программа «Бородина Чайков» классика русской симфонической музыки. Вторая богатырская симфония и половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» – одни из лучших произведений Александра Бородина. А концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковского – один из наиболее популярных произведений в данном жанре. Симфония Бородина, например, богатырская, она одна из сложнейших симфоний и давно не исполнялась симфоническим оркестром и очень давно не звучала в Ульяновске. Поэтому это будет хороший концерт, и оркестр проделал невероятную работу по изучению и представлению этой симфонии. Ну, скрипичный концерт – это топ мировой литературы, поэтому мы решили к этой программе обогатить ее концертом Чайковского. Концерт прошел в рамках проекта Санкт-Петербургского дома музыки «Музыкальной сборной России». Анна Тищенко, Улправда ТВ.